Привет, я Элли Ди, под елкой моя собака Джина, и сегодня пятница, а это день розыгрышей. Что вас сегодня ждет? Сегодня я объявлю 18-й еженедельный розыгрыш. Мы подведем итоги розыгрыша номер 17 и узнаем, что же выбрали победители розыгрыша номер 16. Я покажу, что я кладу в посылку победителям. Я напоминаю, что каждую неделю у нас два победителя. Один из Инстаграма, другой из группы ВКонтакте. Вы можете принимать участие и там, увеличив свои шансы на победу таким образом. Призовой фонд у нас один для розыгрыша ВКонтакте и для розыгрыша в Инстаграме, но он очень-очень большой. Он даже не помещается ни здесь, ни в коробке под елкой. Смотрите полный призовой фонд в посте ВКонтакте. Розыгрыш проходит раз в неделю, каждую пятницу на протяжении уже 18 недель. Победитель выбирает один товар на выбор из призового фонда, а остальное я докладываю в посылку, исходя из пожеланий победителя и исходя из того, какой у него питомец. И, кстати, в призовом фонде есть призы и для собак, и для кошек, и для рыбок. И скоро будет очень-очень много всего нового. Давайте же посмотрим, что выбрали победители и что я вложу в посылочку. Победительница прошлой недели ВКонтакте Екатерина выбрала для своего питомца набор из красного ошейника и красного поводка из кожи. Затем она выбрала вот такую игрушку со Стичем. Ее я тоже кладу для своей собаки, йоркширский терьер у нее, а также я кладу лакомство. И плюс еще жетончик для того, чтобы твой питомец не потерялся, Катя. И, конечно же, обязательно письмо лично от меня с личными пожеланиями читать не буду, но для Екатерины прям лично от меня с подписью со всеми делами. Победительница из Инстаграма Валерия выбрала для своего щенка таксы вот такую лежаночку классненькую. В дополнение к этому я кладу в посылку игрушку жевательную, которую можно жевать. Самое время сейчас ему что-то пожевать. Также лакомство, конечно же, и тоже вот такой адресник для того, чтобы твой питомец Валерий не потерялся. И, конечно, письмо для Валерии лично от меня с подписью и пожеланиями. Я напоминаю, что доставка посылки абсолютно бесплатна, и отправляю я ее именно от себя, с письмом, не из магазина какого-то, а именно лично от меня посылка. Итак, я объявляю розыгрыш номер 18, итоги которого мы подведем ровно через неделю, в следующую пятницу, 30 декабря. Джин, ты Деда Мороза увидела, что ли? Что я добавляю в призовой фонд на этой неделе? Я надеюсь, вы уже посмотрели ролик на моем канале о том, что будет, если взрослую собаку первый раз опустить в ванну с водой. Так вот, я добавляю много всего интересного, что относится к купанию ваших собак. И, конечно, к уходу. Я добавляю вот такое фиолетовое полотенце для ваших животных для купания. Также шампунь Гамма для щенков и собак универсальный. И три расчески для ваших домашних животных под разный тип шерсти и для собак, и для кошек. Итак, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в наших розыгрышах? Вы должны быть подписаны на канал Elly D Pets, поставить пальчик вверх этому видео. И давайте я расскажу, что нужно для того, чтобы принять участие в конкурсе в Инстаграме и ВКонтакте. По ссылке в описании под этим видео вы найдете пост, мой пост в Инстаграме о питомцах, вот с такой вот красной коробкой, той, что находится под елочкой, с хэштегом LED18. Дальше вам нужно сделать либо скриншот этого поста, либо воспользоваться специальными приложениями, которые делают репост, и выложить данную фотографию к себе в профиль Инстаграма. Обязательно нужно отметить два моих инстаграма плюс конкурсный хэштег LED18. И не забывайте, что вы должны быть подписаны на мои два инстаграма и поставьте пальчик вверх этому посту в знак поддержки этих розыгрышей. Все подробные условия вы можете в любой момент прочитать под этим постом у меня в инстаграме. А сейчас я расскажу, что нужно для того, чтобы принять участие в розыгрыше в группе ВКонтакте. По ссылке в описании под этим видео переходите в нашу группу ВКонтакте о питомцах. Дальше вам нужно вступить в эту группу и найти в шапке сообщества конкурсный пост, репост которого вам и надо сделать на вашу страничку ВКонтакте. И не забудьте закрепить. А теперь давайте же узнаем победителя в Инстаграме на этой неделе, а затем ВКонтакте. Вот он мой Инстаграм, Elly D Pets. А вот наш был конкурсный пост. Я сейчас найду, вот так он выглядит. Сейчас найду, у нас был на прошлой неделе хэштег LED17, сейчас уже LED18 для нового розыгрыша, а это прошлой недели.
Вот смотрите, лучшие публикации — это самые популярные, те, что набрали больше всего лайков. Вот, например, Вше Ленцева, большой привет, к примеру. А вот все посты 1348. Столько было сделано публикаций. Сейчас я методом пальчиковой рулетки буду крутить и выберу рандомно, тыкну на какой-то пост, и мы узнаем победителя. Так, ну давайте начнем. Я кручу. Теперь вверх обратно чуть-чуть. Теперь опять вниз. Теперь чуть-чуть вверх. А теперь я сосчитаю до трех и крутану вниз. И вот где остановится, там и, наверное, будет победитель. Раз, два, три. Вот, где-то здесь у нас победитель скрывается. Ну, это не совсем, наверное, конкурсный пост, потому что должна выглядеть коробка, поэтому как бы сюда я жать не буду. Вот куда-то сюда. Ну, например, давайте вот сюда. Давайте посмотрим. Гарик Той, давайте зайдем. А, во-первых, отметил ли он меня? Да, отмечена я здесь, конкурсный хэштег. Если что, меня зовут Маша, и это инстаграм моей собаки Гарика. Ну что, Маша, привет. Гарик, привет, сейчас зайдем и посмотрим, что у вас такое за инстаграм. Хай, я русский той-терьер. Вот, кажется, это наш победитель, но нужно проверить, подписана ли ты на мой инстаграм, на два моих инстаграма. А вот, кстати, и наш победитель, смотрите. Какая красота. Здорово. Очень-очень-очень милый пес. Фотка у меня не загружается. К сожалению. Интернет. Просто у меня прямая трансляция, сейчас она очень много интернета выгружает. Давайте же проверим подписку, непосредственно условия конкурса. Lady Pets есть, вот он. И LED тоже есть. Да, есть два моих инстаграма. Все было сделано верно. Настоящий живой инстаграм и подписчики, и все есть. Ну что, Маша, я тебя поздравляю, Гарика поздравляю. Кажется, вы есть победители. Ну а теперь давайте узнаем, кто же победил ВКонтакте. Вот она, наша группа ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под этим видео. А вот и наш конкурсный пост, репост которого и надо сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше. Я уже скопировала ссылку на этот пост и перехожу в приложение, которое рандомно выберет победителя. Выбираю здесь «Поделившиеся с друзьями», вставляю ссылочку на пост, количество победителей 1, и галочку «Только члены группы» ставить не буду, потому что буду проверять все самостоятельно, так надежней. Итак, я нажимаю кнопку «Далее». Давайте посмотрим, какое же сегодня число. Сегодня 23 декабря 2016 года. Новый год совсем уже на носу. Пятница, день розыгрышей 17:55. Итак, число участников 4378 на этот раз. Вот они здесь, далеко не все, здесь очень много страничек. Кто здесь? Александра Гавриленко, Лия Магазова, Ира Шульга, Дарья Гурбик. Вам и всем-всем-всем большой-большой привет и большое спасибо за участие. Ребята, желаю вам удачи. И помните, что ваша страничка ВКонтакте не должна быть фейковой. Это должна быть страничка реального человека. В Инстаграме может быть по-другому. Это может, так как это все-таки одни фотографии, это может быть страничка вашего питомца. Но ВКонтакте уж точно ваши собачки не переписываются и не сидят, поэтому ВКонтакте исключительно аватарка живого настоящего человека, и страничка, собственно, тоже. Ну что, желаю удачи, нажимаю кнопочку «Узнать победителя». Надежда Забелина. Ну, давайте вернемся в группу и попробуем найти Надежду в участниках нашего сообщества. На фото девушка. Надежда Забелина. Давайте посмотрим. Возвращаюсь. Вот они, наши участники. Поиск по участникам. И давайте же попробуем найти. Надежда Забелина. Итак,
Вот она в участниках нашего сообщества. Все хорошо, давайте зайдем к ней на страничку, проверим, что там с постом. Запись закреплена, да. Эта страничка, ой, в предыдущем конкурсе принимала участие. Смотрите, не сдалась все-таки, удача тебе улыбнулась. Ведь действительно, реально побеждает тот, кто точно принимает участие. Ну что, Надежда, с много фотографий. Вот, кажется, это ее питомец. Страничка настоящая, очень здорово. Давайте сейчас посмотрим, что за питомец. Ой, как классно! Ставлю пальчик вверх. Здорово! Надежда у нас победительница. Она выполнила все условия, запись закреплена, страничка настоящая. Поздравляю Надежду! Ребята, принимайте участие в розыгрышах. Никогда не отчаивайтесь и не сдавайтесь. Увидимся в новых роликах!